Аферист Остап Бендер и незадачливый предводитель дворянства Киса. Таких персонажей можно встретить разве что в одинцовских автобусах. «Читай без остановок». Именно под таким девизом проходит областная буккроссинг – акция «Читающий транспорт». Очень важная составляющая этой акции – это донести информацию до наших жителей о тех мероприятиях и событиях, которые проходят в библиотеках Московской области. Но для нас важно донести информацию о том, какие мероприятия проходят в библиотеках Одинцовского городского округа. В Одинцовском округе к областной акции присоединились два автобуса, курсирующие на популярных маршрутах – 339 и 461. Внутри каждого из них на спинках сидений разместились карманы с книгами. Все издания отмечены специальными наклейками. Пассажиры могут во время поездки не только читать, но и узнавать о работе наших библиотек и мероприятиях, которые в них проходят. Понравившуюся книгу можно будет забрать с собой, а на ее место принести другую и оставить в автобусе, участвующем в акции. Смешно, конечно. Господи, сейчас и веселиться только и надо. Снега нет, так хоть смех будет вместо снега. Нет, замечательно, молодцы они. Совместная акция Министерства культуры Московской области и Мособлтранса поможет превратить общественный транспорт в открытые читальные залы. Мила Тарасевич, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцова».